Лунатик, здорово, я здесь. Какая красивая фигня. О, ты нашел жрачку? Молодец, часа жрем и никому не дадим. Слышь, Кузьма, у меня такая мысль появилась. А смысл нам жрать вообще, если это все в туалет идет? Лунатик, это жизнь такая, что поделаешь? Допустим, мы жрем, но нам же вкусно. Ой, блин, ну я и дотик, теперь она грязная. Ну ты ее, короче, неси, а я буду в качестве Сусанина. Эй, ты что там застрял? Ой, тут скользко. Ну хоть помылась, грязной не будет. Вы опять засираете мою общагу, вы задолбали. Вы да вообще оборзели, среди бела дня тут пуляются. Берите это говно подальше от моего пруда. Лунатик, я больше не могу, меня сейчас разорвет на части. О, давай ее в листик закатаем, чтобы не дразниться. Кузьма, что это за звук? Как будто ссать кто-то сел. Да это ж наша канализация течет. Гляди, баба, у меня больше плеск. Хе-хе-хе. Хе, лошара, теперь у меня больше. Хе-хе-хе. Сейчас посмотрим, кто из нас лошара. Я этот булыжник сейчас как заведу. Ой. Мы с тобой наоборот лучше сделали. Канализация больше в нашу сторону не будет течь. Да, вот это круто. Кузьма, ты не слышал звук? Это, наверное, канализация течет. Да ну, бред, не неси. Бежим. Помогите. Беритесь за господин директора. Ну где же ребята? Милка, здоровья! Это что за цунами было? Я чуть не обосрался. Кузьма нашелся. Ребята, и что происходит? Да мы вообще ни при чем, канализацию прорвало. И мои пирожки залило. Здравствуйте, вы в курсе, что канализацию прорвало? Я в курсе всех событий, посмотри на мой кабинет. Офигенно, у нас теперь собственная тропинка, Бибы и Бобы. Ага. Ну и какой обалдуй поставил здесь камень. Так вот почему канализация по всему поплыла. Если я узнаю, что это Биба и Боба, им башку оторву. Давайте, ребята, навались. Отличная работа, коллега. Гляди, Боба, вон там я поставлю собственный... Бежим! Ну вот и все, картинка как новая. Теперь надо избавиться от этих соплей. Я Рашуля, я снесу, если он на улицу собирался. Ой, молодца, внучек. Лунатик, здорово. Здорово, Кузьма. Лунатик, ты живой? Живой, отойди, а то к соплям приклеишься. Ой, это чё, сопли? Вы чё тут за херню разлили на нашей поляне? Сюда нельзя ходить? Это частная собственность. Ну хотя бы подождите, пока высохнет лужа. Хе, испугались лужи. Биба и Боба ничего не боятся, да. Вот именно. Но это сопли. Я не хочу умирать, я тоже. Да не ссыте, я вам помогу. Хватайтесь! Походу, вы сильно влипли. Это все из-за вас! У меня вообще башка вспотела, а я даже в синек не могу отойти. А я вообще жрать хочу. Сейчас я вам принесу пожрать. Только не просрочку, а свежую траву. Хорошо, что мы застряли, они теперь за нами будут бегать день и ночь. Держите. Да сколько можно жрать, надоели? Ну все, вы свободны. Ладно, прогресс есть, а ходить-то как? Не знаю, может к Ершуле сходить? Так какого черта мы тут делаем? Ну и че вы стали? Давайте быстрей! Мы вон приклеились, и то быстрее бегаем! Спасите, помогите! Биба и Боба не умеют плавать! Помогите! Вот вы освободились, круто! Круто! Сейчас кто-то пиздюлей получит. За что? Да мы свою смерть в соплях чуть не встретили. Ага. А вы, мудаки, за нами целый день бегали. Так за это надо спасибо вообще-то сказать. И это мой любимый музон. Ага, и мой тоже. Походу, всем нравится. Дорогие студенты, вы ко мне в кабинет захотели или отчислить? Живо выключите свою какофонию. Все-таки противный наш господин директор. Всем испортил настроение. Ну-ка попробуем это говно. О боже, отвратительно. Ну и тьфу ты, дырки закончились. Ну ё-моё. Может нашему господину директору сделать подарок? Лунатик, какой подарок? Он даже взяток не берет. Чего вам надо? Господин директор, это вам. Ты меня что, на свидание решил позвать? Один директор! Да задолбались, что ж это такое, покоя нету. Я вам принес помет бабочек. Ой. Я ж тебе говорил, ему вообще похер, что бы ты ему не давал, хоть взятки, хоть не взятки. Ему бы бабушу б готовила. Вы не хотите пирога? Пью-пью. Господин директор!
Задолбали кому пиздюлей дать? Говнюки малолетние. Господин директор, извините нас. Тихо. Лунатик, спасибо тебе за вдохновение. Можете дальше слушать свою шарманку. За окном бушует молекулы, люби со мной весь мир, танцуй.